И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил, и сегодня мы посмотрим игрушку под названием The Assembly. Вышла она совсем недавно в Steam, скоро выйдет на PlayStation 4. Вообще она заточена как бы под VR, ну как бы по ней видно сразу, ну вы поймете сейчас. Но можно играть и так, в принципе разработчики это позволяют, там даже есть две версии, как бы версия обычная, и там доплатить нужно небольшую сумму, чтобы получить версию VR. Игрушка про каких-то ученых, которые не очень хорошие. В общем, будем разбираться, что происходит вообще, что за дичь и так далее. Так, давайте начинать. Заходим. Вот видите, вот такая херня. Тут заточена под VR. Так, настройки там вообще их почти нет. Вот так вот. Там аудио, ну, как обычно, в общем. Ладно, давайте начинать. Что у меня игрушка? Второй раз. Так, прибытие, Мэдалин Стоун, это наш первый персонаж, персонажа 2, я говорил, не знаю. В общем, два у нас персонажа, вот это вот первый персонаж, Мэдалин Стоун, и куда-то она прибывает. В общем, сейчас узнаем, куда. Ну, при загрузке тоже можно крутить, прикольно. Уи. Так, ну давай. Так, играть буду на геймпаде, что так поприятнее будет. Почему в кресле? Доктор Минг, да, я знаю, что мы опаздываем. Конечно, да, я понял. Мы просто пропустили периметр А. Прибудем через 10 минут. Не, говорит, все нормально, она спит. Короче, куда-то нас везут. И, видимо, нас усыпили, черти поганые. Мама? Мама! О, боже! Ты так... Ты слишком что-то быстро. Бабушка что-то была на 10 лет старше, прежде чем это началось. А быстрее, Гаррис. Ты же не хочешь, чтобы Чавес что там... Говорю, давай потише давай. Да что ты, говорит, тут нет микрофонов. Ой, Гарри, для офицера безопасности ты, говорит, слишком наивный. Так, куда мне идти, черти? Опаньки. Так, мозг. Мозг, опаньки. Здрасте. Короче, что-то с мамой не то. Короче, он там говорит, что, говорит, отец сказал бы на все это. Ты знаешь, дурак полный. Говорит, я что же, говорит, доктор, я понимаю риски. Ну, говорит, типа, что делать? Заболевание крови. Эй, Адам, у нас тут новый кандидат. Так, голосовой, короче, принят. Доктор. Здравствуйте, доктор Минг, пожалуйста, скажите в ключевую фразу. Харрис. Цена правды, что-то там, бы не успел. Ключевая фраза принята, проходите. Короче, говорит, машина слишком умная. Блин, не успеваю переводить. Ну, так смысл было передавать, как бы. Что-то так, опаньки. Тахикардия. Плачет. Ну или сопит. Плачет скорее. Короче, мамка. О боже, мама. Мне так жаль. Боже, мурашки побежали. Короче, уже 5 недель, говорит. О, говорит, ну простишь, говорит, мое похищение испортило тебе выходные. Черт, черт, она проснулась. А, говорит, забудь. Просто, говорит, седативные, просто перестают действовать. Доктор Стоун. Короче, она просыпается, отрубается. Хер пойми. Так, в общем, куда-то нас украли. Мэдалин Стоун. Подойдите к этому к стенду. Это очень, говорит, серьезно все.
Короче, мы пытаемся скрыть эксперименты. Что-то там непонятно. Короче, угроза вашей репутации. Ну, как вы, говорите, нашли меня? Кто там, говорит, сделал что-то? Вину. Ну, короче, видимо, это что-нибудь там. Так. О, говорит, не последний по ночи. Sorry, Dr. Stone, but as you've probably noticed, we're kind of secretive around here. You shouldn't talk to us. Не, говорит, мы типа ничего никому не расскажем, у нас тут все очень секретно. Говорит, можешь расслабиться. В общем, видимо, она что-то с матерью там какое-то экспериментальное лечение применила. И как бы, видимо, все это пошло не очень хорошо, и ее нашли и привезли на эту, видимо, секретную базу. Пойдем со мной. Я стану учителем, будет уже новая жизнь. Что-то с смертью дочери или что-то такое. Так, to face in the direction. Картинки какие-то. Я не успеваю, если честно, читать как-то. Поэтому на паузе переводим. Кого, что ты черт принес? Говорит, ну если вы переведете и напишите это в комментариях. Господи, что там такое? В комментарии я буду очень благодарен. Ну хотя бы вкратце, чтобы всем было понятно. О, черт, это Чавес. Почему она проснулась? Доктор Шавес, она так, просыпается. Короче, нужны типа новые седативные тогда. Как бы там ни было, я все-таки еще доктор Стоун. Ну, говорит, прямо сейчас ты никто. Говорит, ну а если, говорит, сегодня, типа, говорит, все нормально пойдет, то ты можешь стать кем-то. Мать умерла, и ее карьера пошла по... Ну, в общем, вы поняли. И тут еще и нашли какие-то черти, не понятно, то ли ее просто правительство, какой-то хер пойми, короче, непонятно, кто ее похитил и привезли, ну, видимо, она все-таки хороший доктор, наверное, привезли ее в секретную лабораторию. Видимо, она будет делать какие-то исследования или консультировать, непонятно. Калеб Пирсон. А, вот и время. Ладно, мема, давай посмотрим, что у нас там есть. Look into interactive... Так, посмотрите на интерактивные объекты, что там... А, они типа, будут подсвечиваться. Опаньки, это что такое? Давай. Хочешь, чтобы я делал это на вечеринку, Джен? Ты, говорит, что-то... Говорит, типа, короче, не нравится ему. О, прикольно. Ладно, говорит. Вечеринка началась, это или нет? Эй, ну что такое? Ответит на телефон, да без бы вообще. Так, ну-ка. А, типа еще... Доктор Пирсон, давай. Доктор Пирсон, говорите. Кэл, это Антон. Можешь мне делать одолжение? Я, говорит, уже хочу на вечериночку пойти. Ну, у меня, говорит, очень секретные образцы. Секретный, ты мне об этом говоришь? Как что-то в лабораторном холодильнике, там какая-то маркировка. Ладно, если я пропущу, говорит, первую партию, говорит, я тебе... Говорит, ну, говорит, что я тебя отстал, короче, на твоего мема. Говорит, там, посмотри. Вот странный парень оперирует, короче, миллион долларов инструментами каждый день. И не может, говорит, что-то там использовать свой этот. Так, вот это там. Так, терминал Антона. Не мое дело. Второй экран, говорит, используйте просто как доску для этих, для заметок. Парниша, короче, такой. Так, это любовное письмо Антона. Говорит, ну, может, и дурак, конечно, но, говорит, очень романтичный пацан такой. Кровяка. Прикольненько так. В общем, пытаюсь переводить, как видите. Кое-что получается, кое-что, если они быстро говорят и непонятно, то, блин, не получается. Но суть... Так, музяку выруби. А то нам потом за эту музяку наваляют.
Так, здесь что у нас? Ничего не лежит, здесь что? Ничего не лежит, и здесь кружечка лежит, и письмишка. Так, а тут что? Какая-то авианская шо? Avian Virology. Avian Virology, черт. Volume 2. Кому еще это? Кто вообще это интересуется этими вещами? Ой, короче, так, что тут? Антон Руис. Шо, блин? Антонио. Jesus, Anton, how do you find anything? Господи, Антон, как ты вообще находишь его? Закрой дверь нахер. Калеб Пирсон, это мы. А чё у тебя, блядь, 4 чашки, аптечка? А, ну типа, если гостя придут. Чё там в пуст... Пустынные птицы или что такое, коробка какая-то. Ладно, давайте так, пойдем уже, то есть на комп глянем. Так, используйте для навигации между письмами. Окей. Приблизить можно? Ладно. Так, Virology Note из Trial Party. Короче, вечериночка какая-то. Эй, кажется, так, короче, привет всем, типа. Надеюсь, вы придете... А, вы, типа, наденьте свои шаляпы. Доктор Стоун, короче, прибыла в бункер сегодня. И мы, типа... В общем, пройдем... вечеринку в честь её прибытия, которая, так, случится в общем блоке G3. Начало в 4 вечера. Так, погоди-ка. А как? А, во, так вот. Так, в общем, берите снеки там всякие... Понятно, там все. Ну, короче, побухать решили, ребята. Так, сейчас секундочку. Так, продолжим. А, так, что там? А, так, привет, Кэл. Так, в общем... Типа, в общем, я... Хейдин аут. Хер его знает. Так... Что там, не могу поверить, я пропустил инициацию. Может, говорит, говорит, может, пропущу вечеринку Антона. В любом случае... PCS, я запомнил, да. Так, что там... в любом случае, типа, я не увижу тебя... до этого типа момента. Там удачи, типа, во все. А, ну типа он повышение что ли получил. Или что-то такое. Говорит, типа, удачи, говорит, во всем. Счастья, здоровья. Денег нет. Ну ты держись. Так, типа, из джангет удачи. Типа. Типа она. Shells come around. Непонятно. В общем, там доброго, говорит, утро. Там вечера или ночи. Грег. Так, Кэл Пирсон. Ну, типа, будь на связи, парень. Я позвоню тебе, типа, попозже. Когда, типа, на воздух выйду. Ладно, пойдемте искать, в общем, в холодильник, что ли. Так, дверца. Типа, можно нажать на паузу. Ну, так вот круто, да, прикинь. Так, это что, холодильник? Нет, это не тот холодильник. Так, сюда могу зайти? Locked up for the day. Не, заперто в этот день. По-моему, это не то. Нет, не то. Это музяка. Здорово! Куда вы? Вот это может холодильник. О, вот оно. Project Codename, I guess. Project Codename, так полагаю, да? Надо, говорит, посмотреть под микроскопом. Дверь закроем. А где микроскоп? Слышь, а вот микроскоп. Ну-ка, засовывай. Чё с Sample Tower? Шо? Окей, Антон, что это so important?
Ну-ка, говорит Антон, что там такого важного? Так, мод 3D-визуализации активирован. Ну-ка, давай позырим. Говорит, что за дерьмо? Это, говорит, штамм Казуса. Или Кейзуса, хер пойми. Ну, такое оно, как бы. Полагаю, он говорит, разрушил все. Когда закончите, говорит, жмите П, чтобы выйти. Это что такое? Вот что-то выросло такое странное. Непонятное. Надеюсь, Виняку там инфекцию не это. Как в Резиденте не сделать, с зомбарями. What the hell has Anton gotten himself into? Что, говорит, Антон там натворил? Надо проверить его, говорит, стол. Так, так, найти на его столе информацию по... Должно, говорит, где-то быть тут. Просто, говорит, обычные эти самые заметки. Ничего, говорит, интересного. Так это что-то... Где с тем муравьи, говорит, тут будут. Я кусок торта оставил просто. Может, там в компе будет. Персональные письма. Что, говорит, ты сегодня, говорит, запер... Запил свои ящики? Говорит, стол чистый, говорит, надо найти... Ключ. Антон. По-моему, по трейлеру видел, что он где-то вот тут. Бинго. Ну, конечно же, говорит, такого важного в твоем столе. Сейчас узнаем, что он там заныкал. Ну-ка. Такая, могу присесть? Видимо, нет. Что это такое? Что было? А, это типа, быстрое перемещение, короче. Так, тут ничего полезного. Опаньки. А что это? Вот, это один из моих старых. Говорит, проект же был, говорит, типа, закрыт. Jesus, this better not be a security check. Да, лучше бы, говорит, это было не, типа, проверка безопасности. Damn it, Anton, level with me. Who ordered you to retest that sample? Кто, говорит, приказал тебе, типа, провести тесты? Доктор Чавес? Там забыл уже про... Я пойду, говорит, директору. Подожди-ка. Все знают, говорит, что он, типа, работает на нем. Без кода я не смогу попасть в ее кабинет. Говорит, я узнал уже, 2178. Что ж ты, мать твою, делаешь, а? Я, говорит, не могу это просто так оставить. Значит, пойдем, говорит, в ее кабинет. Короче, она что-то какую-то мутит херню. Какой-то старый вирус нашла. И хочет... Так, она что-то по голове выходить надо, да? Здесь же ничего такого нету. Вот. И какое-то старое исследование. Глубокий вздох. Ну, говорит. Ну, типа, я не успел прочитать, что там про этого доктора Стоун. Доктор. Ну, типа, что она убила мать. Все теперь ее ненавидят, презирают. Так, строительные блоки. Мэдлин Стоун. Что такое, оно как бы интересное. Такое расследование надо вести. Так, погоди. Доктор, утро, Мэдлин. Я доктор Шавес. Да, говорит, мне уже... Вы же хотели стать учителем. Достойная, говорит, профессия. Но, говорит, не здесь. Вы, говорит, меня украли с интервью прям.
Now when you're ready, make your way through the door. Говорит, если готовы, можешь уходить в дверь. Ну ладно. Типа она говорит, я не просто, типа, может, человек науки. Типа, живу наукой, все дела. Что-то такое. Ну, пойдем, чё. Ладно, говорит. Excellent. Now proceed. And let me be the first to officially welcome you to our facility. Yes. It's nothing more welcoming than being kidnapped. Ну, да, говорит, типа, отличная встреча, блин, по похищениям. Ну, это стандартная процедура. У нас тут, говорит, все секретно очень. Ну, и, типа, говоришь, говоришь, что работа? Ну, что мозгами промывать, типа? Ну, как бы у нас очень ортодоксальные методы. Ну, охереть просто. Ну, я, говорит, думал, здесь будет более медицинское. But we need to understand who Madeline Stone is, and whether she has what it takes to help the assembly achieve its goals. And those goals would be такая. When you're ready, pull the trigger говорит... on the right to begin the trial. Не очень понял. Ну, короче, говорит, нам нужно понять, кто такая Madeline Stone, чтобы она помогла нам достичь цели. Ух, твою мать. Okay. Ладно. Это очень мило. Используй джойстик, чтобы, короче... А, говорит, сосредоточен на своих чувствах. Ты, как бы, подседативный 18 часов. Ну, охереть. Так, ну давай, попробуем. Так, press RT to switch box. А. А, понятно. А. Что пока не очень понятно, что от меня хотят. Погоди-ка. Ага. А, ну все просто. Вроде бы. А, не-не-не, погоди. Вот так вот надо сделать. И все, как бы, и... Ну, такие головоломочки, как бы, прикольненько так. Вот, как два пальца, вообще. Оу, так, сейчас что-то еще будет. Ты, говорит, всегда меня проверяете, или просто, говорит, с этими впечатлить летающими блоками? Так, смотрим. Что оно делает? А-а-а. Понял. Ничего сложного, в принципе. Все понятно. Оп. Ну так понятно. Ну, это же понятно, говорит, что все так не может быть, типа, дешевым, типа, говорит. Ну, говорит, работаем на прогресс, не на, типа, не на профит. Типа, не для выгоды, а на прогресс работаем. Так, опа. Ага, ага. А, так, давай сюда, наверное. Так, ты идешь сюда. Так, теперь ты идешь сюда. Так вот.
теперь вот так вот. Вообще ничего сложного, как бы. Такие. Прикольненькие задачки. О, господи, спасибо. А, твой, говорит, путь свободен. Пересеки, говорит, кубики, чтоб. А ты там заносил? Просто расслабься. Все, говорит, нормально. А ты там, да, там такая сидишь умная тварь. Записывай, что тут, блин, типичный ученый, короче, который пофигу там на людей. Им важен прогресс только. Куда я пришел? Вот самое странное, говорит, этот самый... Как он называется-то, господи. Так, ну что там теперь будет? Кали Пирсон. А, нужно знать, называется. Типа подголова, наверное, или голова, хер пойми. Как-то так. Долго загружу. Такая игрушка, в принципе, интересная. Okay, так вот, язык, перевод. Так, ладно, Чавес. Пока ты, говорит, тебе не станет скучно, ты вернешься к работе. А я, типа, тут все пока проверю. 2178, да, код? Ты здесь? Тут он дышит так. Или это что-то течет? Так, где доктор Чавес? В лаборатории, коридор, сторож, дом. Офисес. Синенький. 2 F, 2 B, да? А где я? Ага. Пойдем. Wait, this isn't Chavez's office. Говорит, это не ее, говорит, офис. Так, это лифт вообще. What was that code Anton said? Какой там, говорил, код? To view your current objectives. О, тихо-тихо. 2178. 2178. И, говорит, я вошел. Так. Офис доктора Чавес. Давай шарить по ящикам. Так, здесь закрой ящик. Да твою мать. Сложно быть детективом с кривыми руками. Да закрой ящик, твою мать. Так, что у тебя еще есть? Сразу обычно. Ну что, говорит? Га, говорит, все еще делает фотокопия. А, они все еще делают, говорит, фотокопиры. Айподики тут всякие слушаем. Странные штуки у тебя тут стоят. Так, вот это что у тебя тут? Журнальчики, понятно. Сетевые фильтры валяются. Так, что там написано? Что? Жена... Что, логика? Дает... типа рождение. Жена говорит. А, типа, жена логика, говорит, рожает, типа. Жена спрашивает. Это, говорит, мальчик или девочка? Это мальчик или девочка? Это мальчик и девочка. А логик отвечает да. Такая шутечка, короче. Вот такая аналогика. Ну, если вы изучали в университете логику, то поймете. Так, мастер-ключ. Я помню, говорит, у меня был один такой. Забираем. Labs, вон, она, говорит, надо будет смотреть, говорит, лаборатории. То есть шутечка настроена на... Вы поняли, ладно, не буду объяснять. Кто понял, тот понял. Кто не понял, тот не понял. Логично? Логично, я считаю. Элизабет. Я, говорит, слышал какие-то странные доклады. Говорит, надо встретиться после прибытия доктора Стоуна. Этот же проект и директор здесь в курсе. Черт. Или не в курсе? Что-то я не понял. Короче, они все заодно. Пойдем. А, типа, еще что-то хочешь найти?
Компец еще есть. Сейчас. Давай компец позырим. Подачка Cassius F. У нас же был только Cassius D, когда его закрыли. Давайте почитаем. Так, доктор Чавес, первые результаты Кэсуса F. Не говорит... не подтверждает, отличие от штамма D. Инфекция распространяется на 5 километров. Читал с сайта. 82% по воздуху, 63% через людей. И говорит, а показатели у у Деннера были 87-72. В любом случае, человеческое бессмертие... Подожди, нет, человеческая смертность, Господи, что я несу вообще? Человеческая смертность после Кэдуса все так же, типа, равна 88%. Типа, проверьте на ошибки, типа, там, все данные с этим Кэдусом Д, ну, прошлым штаммом. И, типа, уничтожьте, что-то... Да, непонятно. Говорит, я рекомендую... Что-то там, короче, сделать, чтобы понизить смертность. Так, Лука. Калико. Что они нахрен делают, говорит, что-то там на Калико Айленд. Ну, типа, короче, пытаются, видимо, протестировать вирус на каком-то, видимо, острове. Ну, как изолированная среда, правильно, и на людях хотят, видимо, протестировать его. И это уже будет вторая, типа, попыточка у них, да? Так. Что-то там, ну ладно, короче. Ублюдки. Ублюдки. Музыку включи. Что там было? Так, у тебя есть что полезное? Да вроде нет. Всё? В смысле, Мо? А чё тебе ещё надо? Я что-то не понимаю. Тут я всё нашёл, тут тоже как бы. Может ещё... Шкафчики не открываются? Не открываются. Где-то еще может что быть? Я тоже все просмотрел. Давай еще позырим. А еще у Что-то, короче, не с директором мутят. How hard can it be? There has to be more data in the labs. Нужен какой-то. Да есть карта. А мема говорит, типа, ключ картами поможет, а мема все говорит, запомнит. Рекординг. Понеслась. Так, я понял. Find location. Первое, короче, понятно. Дай дочитаю, слышь. Ну ёлы-палы. Дай я почитаю письмо. Да что там, locate Cassius F. Понятно, короче. Элизабет. Наконец-то, в общем. Есть время, короче, поработать над этими проектами. И еще, говорит, на 100% не уверен. А, нет, говорит, по нас... Типа, говорит, типа на 100% не задействован еще на это. В работе. Так, что там? Но, говорит, если... Ты, говорит, правда, говорит, веришь, что сможешь... повысить, короче, ну, типа, численность лекарства, наверное, как то Кэсуса и понизить, типа, смертность, то, говорит, Project Pin Feather уже, говорит, будет одобрен. Но, говорит, помни, что идеалы Assemblies — это, говорит, марафон, а не спринт. Ну, типа, шоу, короче, нам нужно достигнуть цели, а типа они какой-то, ну, как они говорили, типа, мы работаем, типа, на прогресс, а не на профит. Так, лаборатории, говоришь, да? Ну, пойдем позырим. Что там?
Так, там все зырят. Кинцо какое-то. Алкогольный гель. Что и типа гель для рук. Что такое? Cards no good for this door. I need a code. Ага. А, тут код нужен, ни хера себе. Ну пойдем. Так, что, лаборатория? Опаньки. Live samples. Живые образцы. They didn't already start live trials with a new Cassia strain. Надеюсь, где-то не начали тут испытания этого нового Кассуса. Не, может, Кассус как-то переводится, но я не знаю. Поэтому буду называть его Кассус. Что там у вас? Nothing in here. Мус. Ничего, говорит, там нету. Nothing. Так, что там? Ничего. И тут ничего. Закрой дверь. Hate to be a snoop, guys, but I've got to know. Говорит, ну и шо вы скрываете? Я, говорит, найду все. Чё там? Камбербэтч юнит. Могу я, говорит, типа, взять после работы? Типа, что мы будем делать, когда... Ну, типа, все пойдет плохо. Типа, world ending. Все, говорит, по сценарию, типа, конца света. Я, говорит, останусь с моими, говорит, DVD с Шерлоком. Что там? Пандемия, day after. А, movie night, типа. Ну, ночь кино. Сегодня у нас марафон, так, пандемик. Послезавтра Армагеддон. Типа, это чем? Ну, типа, это круто, говорит, не забудь. Типа, захватить попкорн. Доктор Чавес, так. Карим, птицы, короче, с этого сайта 2, с того острова, который они хотят. Чё-то, а Крейтед, Андреди, типа, готовы к отправке. Что-то там непонятно. Что-то защитить их от инфекции, что ли, наоборот, типа заразить их. Для третьего сайта этого. Код ремайндер. Это, говорит, тут типа то, что оно. In the nest. Что такое nest? Непонятно, что там. История Невады. Пойми, nest. Я не знаю даже, что такое. Может, у птичек где-нибудь там. У этой крестик. Не в этой капец птички. А, погоди-ка. А может, крестиками это типа этот? 2, 8, 10. Может быть. Ну ладно, еще давайте посмотрим. Что-то там эти самые есть. Empty. Пусто. Ладно. What was it again? Oh yeah, those that remain in the nest. Remain in the nest. Да хер его знает. Так, что я там смотрел? 2, 8, 10. Open sesame. Ха! Открыто, говорит. Вот так вот. Hey, собашка. You got nothing to do with this. Ай, что за парень такой? Чуть-чуть не связан с проектом. You're a handsome boy, ain't you? Yes, you are. Кто у нас хороший парень? Это ты, да. Корму тут навалом. Where you go, buddy? Покушай, парниша.
Кошка. А дверь закрылась. Пожрал. Молодец. Calico Island. Calico Island. Черт. Это говорит, ну, типа, говорит, короче, птицами хотят занести туда эту инфекцию. Возле Мексики. Понятно, мексиканцев все испытывают. Черти поганые. Так, ну здесь больше ничего, по-моему, нету. Так. Ничего, говорит, не загружено туда. Ну да, тут как-то... А, давай я по ящикам пошаримся, ничего. А это, говорит, что такое? This inhaler design. Airborne viral distribution. Hell of a vector. Какое там... Ну, типа воздушное распыление, видимо. Airborne viral distribution. Hell of a vector. Хотят по воздуху взять и распылить. Так, а что в ящиках? Someone's notes. Чьи-то записки. Chavez thinks my calculations are incorrect. Шавес считает мои расчеты неверными. Но, говорит, она не принимает решения. Не, говорит, не здесь. Quantum teleport a photon up her ass. Charmed, I'm sure. Если бы, говорит, мои расчеты неправильные, то я телепортирую, короче, квантовую частицу, говорит, и в задницу. I was wondering, is designing lab coats a real job? Непонятно. Так. Что, ничего тут нету, короче. Ну, я просто не догоняю. What's in here? Опаньки, а это что такое? Outbreak dispersal on Calico Island is ideal for trial purposes and gives us a large infection pool to work with. Treatment lines to test. Vector limitation. Типа остров, говорит, реально подходит для теста, короче. First results should be in soon. Jesus Christ, they're actually doing it. Ну, короче, они уже начали распылять это дело. So they're using birds to distribute Cassius F. Somehow it's connected to my old Cassius D work. But I killed that project. What's going on? If I want to trace Penfeather's evolution, I probably need to check combined studies or botany. Короче, они взяли птицами и распылили этот... штамм вируса, видимо, чтобы получить результаты. Взяли небольшой мексиканский островок, там распылили вирус и посмотреть на результаты, сколько будет смертности, сколько будет того, и, в общем, и этот мужик, ну, как наш герой, возмущается, типа, это же, говорит, скорее всего, связано с моим прошлым этим проектом, Casus D, но, говорит, я его уничтожил, говорит, какого хрена происходит вообще? Так, ладно, что у нас там? Подожди, как там цели посмотреть, я уже забыл. Трекдаунс. А, типа отследить образец Casus F. Ну, типа обнаружить данные. Пойдем в эту лабораторию. Ой, кто такая? Чен Шэнь Ву, first lady of physics. No Ву, первая леди физики. Но нет Ву, короче, ничего нет. First lady of physics. Нет канонов, типа, нет стандартных моделей. No standard model. Botany. Ботаника. Ларсен говорит, только не говори, что ты тоже замешан в этом. Так, я вижу папочку уже какую-то валяющуюся. Опаньки. Naughty boy. Sabotaging GM crop shipments ahead of launching your own strain. Саботаж что-то. Не успел я прочитать. Assembly project dozer collected. Короче, кто-то тут тоже замешан. Empty. Так, тихо, есть что? Нужно найти образец. Но я уже нашел образец. Что-то, видимо, то, что, над чем работал Ларсон. Посмотреть поближе. Засунем это в микроскоп. In. Так, образец внутри. Опять мы. Так, ну да позырим. Да позырим, так. Just a regular plant cell. Просто обычные, говорит, клетки растения. Никакой связи с этим.
пинфезером этим. Так, больше образцов я чуть не вижу тут. Растеночки. Зачем растения в клетку сажать? Понятно. Ничего, говорит, тут нету. Так, это что такое? Дорж Вашингтон Карвер. Revolutionized agriculture along the way. Ничего не понял. Какой-то мужик крутой. Oh, hey, Greg. Эй, Грег. Это доктор Брент Бенсон. Ну, точнее, Саша. Саша Бенсон. Я надеюсь поймать тебя до... Ну, наверное, уже слишком поздно. Это уже ушел. Но удачи, говорит, совсем. И, говорит, будь осторожен. Будь на связи. Короче. Удивлен, говорит, что этот парень вообще с кем-то другим разговаривает. Так, здесь ничего нету. Здесь, опаньки, записульки. О, это штука. Я полагаю. Бери, давай его почитаем. О, говорит, любовное письмо Ларсена. Так. Так, Саша, я... Говорит, типа, я знаю, говорит, это плохое время, типа. Но, говорит, я не могу, говорит, типа, не... Ну, типа, чтобы не... Не могу не разговаривать с тобой. Блин, нихера не видно. Приблизить можно как-то? Нихера не... Блин, хорош крутить. Нет, так не надо. Короче... Да, блин, господи. Во. Так, короче, признался в любви. Говорит, у тебя есть мой мобильный там. Я, короче, хочу поговорить. Позвони мне. Бла-бла-бла, там что-то там, короче, Грег. Ну, понятно, короче, любовные дела тут все заберем. Мы не можем оставить эту лайну без эмбарриссинга. Какой грустный момент. Грустный момент, короче, безнадежной любви или что такое. Что еще у тебя тут есть? Так, тут ничего нету. Все мы обрыскали. Сейчас что-нибудь пропустим еще. В ком залезем, просто в последнюю очередь не хочу там вычитывать. Ну, вычитывать много нужно. Как бы, как видите, переводить у меня получается как бы не очень хорошо. Так, вам полезли в ком. Доктор Ларсон. Ромео и Джульетта, говорит, в ассембле. Так, доктор Ларсон, одолжение. Эй, говорит, я, говорит, хочу, типа, ну, оставить, типа, немного шоколада для Саши в ее офисе. Ты, говорит, не знаешь ее код, доктор Минг? Что-то, говорит, ради, говорит, ради всего святого, Грег. Не мог ты просто, говорит, отдать его ей. Я не могу поверить, что это делаю. За день до того, до твоего убытия, типа. Он уехал, типа. Понятненько. Ладно. Это, говорит, 5402. А теперь, говорит, иди поговори с ней. Так, говорит, сделано. Спасибо тебе за код. Я, говорит, не оставлю записки. И, говорит, если она спросит, кто, говорит, это сделал, можешь, говорит, ей сказать. Just everyday stuff. Nothing about Penfeather. Так. Да, говорит, типа ничего, говорит, по поводу того проекта. Так, Remind the Final. Короче, понятно, вообще ничего полезного. Тихо. Ну все, да. Так, у нас есть код, да? Правильно? Это, видимо, той лаборатории, где там... Это, видимо, вот здесь вот. Там эти киношку смотрят, да, все еще. Как у вас, нормально тут, да? IMAX 3D, типа, да, все дела. Не шевелится, это страшно.
Так, что там? Какой код-то был, я забыл. Блин. Как там вот это работает? А, о, нифига. Телепорт работает. Так, погоди-ка. 5402. Блин, не знаю, нахер этот телепорт делал, но, видимо, для быстрого перемещения, типа, я могу сделать только. Чо! И все, 5402. 5402. Access granted. Открыто, говорит. Так, офис Бенсон. Как давно, говорит, она здесь не была. Да хер ее знает. Так, ну что, стандартная процедура. Ничего, говорит. Зачем она, говорит, спрятала знак? Письма из дома. Таблетки. Надеюсь, говорит, ничего серьезного. Правильно, нам тут наркоманы не нужны. Так. Говорит, если для чего она их использует. Ничего, говорит, нормально. Опа, а это, говорит, что такое? Бери. Твоя мать тебя отсвечивает. Что там? Короче, Саша на последнее, типа, исследование, типа, что убивает... Вирус, короче. Прикольненько. Little light reading. Ну, это легкое чтиво такое. Так, где что у тебя? Вроде ничего. Так, где диванчик такой. Ну, а типа, наверное, здесь и спала, наверное, ж. Так, музяк выруби. Пободрее еще. Так, на секундочку прервемся. Так, продолжим. Ну, в принципе, сейчас мы будем, наверное, заканчивать. Посмотрю, время то уже тут что-то 50 минут-то сидим. Так, а что мы тут исследовали-то? Что-то я не... Так, это кубики, а вот шоколадки. Now, if I just put his love letter with him, these kids just need a helping hand. А, типа помог, короче, оставил, говорит. Он говорит, у шоколадки же, она, говорит, и письмишко оставить. Пусть, говорит. Так, читал твой компьютер. Don't worry, guys. Так, I got your back. Не беспокойтесь, говорит, ребята, я верну, типа, его. Доктор Бенц, слишком поздно. Думаю, я упустила свой шанс. Говорит, я пошла, говорит, в лабораторию. А, в его комнату, в лабораторию, но его там не было. И, говорит, неужели он, говорит, фу, типа, так рано уже уехал? Я, говорит, такой идиот. Ты же, говорит, что-то... Смотрел, говорит, в других блоках, правильно? Да, ты, говорит, идиот, что... типа, что... Типа, упустил момент, но, говорит, просто, говорит, напиши ему, или, говорит, еще что-нибудь сделай. До свидания. Так, а я, говорит, просто хотел сказать, что, говорит, типа, рад был работать с тобой эти, говорит, несколько лет. Ты, говорит, великий ученый и, говорит, просто светлый ум. Я уверен, ты, говорит, продолжишь, ну, типа, так же замечательно, типа, работать. Твой друг Грег. Понятненько. Так, давайте телефончик послушаем. Hey, doctor, доктор... Саша. Это Грег. Грег Ларсен. Я остановился, говорит, чтобы... Ну, типа, просто еще хотел сказать, что я, говорит, замечательный работник. Я буду, говорит, скучать. И, говорит, кое-что еще. Удачи за все. Это Грег. Я уже говорил. Ладно, пока. Ну, короче, так и не сказал, придурок. Говорит, скрещу пальцы, чтобы они, говорит, в конце концов были, говорит, вместе. Yeah, this is plant virology.
Nothing to do with whatever Chavez is up to. Но, говорит, короче, ничего связанного с тем, что делала Чавес. Давайте сюда сейчас зайдем. Так, здесь я смотрел, да, все? Ага. Just a storage room. Просто, говорит, хранилище. Типа, здесь ничего нету, да? Ну, ничего. И это выход. Ага. Все, то есть ничего полезного, да? Тут уже картинки с кровью, как у того этого. Антонио. Так, ну все, да, здесь больше ничего нету. Ладненько, давайте, наверное, на этом мы закончим. Такая игрушка, блин, интересна, как бы, да, может, геймплейно и как бы не очень, как бы так прям происходит много действий, но очень интересно, как бы, прослеживать историю. То есть сюжет именно. Тут они, короче, что-то мутят, эти ученые, это Чавес и вместе с директором. Какой-то вирус хотят выпустить, или уже выпустили даже, насколько я понял. В общем, интересно, что происходит, пока, правда, мы что-то только за этого поиграли. А зато чуть-чуть совсем за Медалин Стоун. Ну, думаю, будет интересно. Еще на раз делаем серийку, посмотрим, как она будет, как пойдет. Ну, думаю, я пройду игрушку, потому что интересно, очень интересно играть. В любом случае, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш Twitch канал. Все ссылочки будут в описании к видео. На этом все. С вами был Даниил. Всего хорошего и всем пока.